тебя зовут? Сколько тебе лет? Меня зовут Александр, мне 16 лет. А ты сегодня снимаешь свою выпускную работу, Александр. Скажи, пожалуйста, какова тема твоей выпускной работы? Постановочный портрет на тему начала женского и мужского непосредственно девушки. А в чем идея, образ твоей работы? Ну, показать, что в женщине, в девушке может сочетаться как мужская половина, так и женская. И они умеют гармонировать друг с другом и очень красиво получиться. А скажи, пожалуйста, чем, вот, за что ты ее любишь, в чем особенность этой темы? Можно по-разному крутить или можно делать, ну, всякие приколы. Например, можно мужской образ женщины сделать той же женщиной, можно мужчиной сделать. Вот. Можно разные все придумать. А скажи, может быть, какие-то были сложности, с которыми ты столкнулся? Нет. Все как-то легко пошло. Скажи, пожалуйста, от занятий, какие были новые знания? Что ты получил для себя? Я вообще открыл искусство фотографии, я узнал от знакомого, что Марк идет. Ну и он мне посоветовал сходить, сказал, что Марк хороший фотограф, ну, именно мастер-класс стоит сходить. Я сходил, не пожалел, я узнал очень много нового, открыл для себя мир фотографии, научился фотографировать. То есть я уже фотографию воспринимаю не как просто фотографию, могу ее анализировать, там, подчеркивать какие-то минусы, какие-то плюсы, сам могу делать в том числе. А что было, возможно, знакомое уже? Ничего абсолютно. Честно, с нуля. А скажи, пожалуйста, ожидания твои от занятий, насколько они выполнились в процентном соотношении? Ну, на 100, потому что я все новое узнавал. Скажи, пожалуйста, поконкретнее. Какие-то были темы, предметы, ощущения? Эмоции. Больше всего эмоций было, когда мы занимались в аудитории со студийной аппаратурой. Ну и мы фотографировали друг друга, очень весело у нас получалось. Вот. Марк очень хорошо учил нас работать со светом. Он очень доступно объяснял нам все правила съемки, композиции, ретуширования в том числе. А скажи, ты считаешь, ты стал лучше фотографировать? Думаю, да. Ну, может, это мое мнение, но хотя бы я могу себя ловить, что вот тут где-то не так, а тут. В чем это проявляется? Расскажи, пожалуйста. Ну, композиционный построй самого кадра я уже сам как-то анализирую. Вот. И пытаюсь строить, чтобы как можно было лучше, чтобы людям нравилось. Чтобы они не говорили, что тут просто фотография, а грамотно построилась, чтобы ее хотелось смотреть. А вот ощущение от общения с фотоаппаратом, от общения со светом на данный момент? Ну, с фотоаппаратом хорошо, со светом не так. Не так хорошо, но мне кажется, еще все впереди. И скажи, в дальнейшем, как ты планируешь применять те знания, которые ты получил? Я еще точно не решил, но идея с тем, чтобы быть фотографом, мне очень нравится. Мне кажется, что я смогу добиться еще. Может быть, ты что-то хочешь еще добавить от себя? Какие-то пожелания? Что Марк очень хороший учитель, и больше ничего. Мне очень понравились его курсы. Спасибо.